Сегодня у меня в обзоре патефон, название «Дружба». Вот здесь находится отсек для пластинок, он защелкивается. Сам звукосниматель таким образом включается. Сбоку заводится ручка, к сожалению, этот не рабочий. Попадется рабочий, продемонстрирую видео рабочего для наглядности. Пока вот такой. Ну, тут находится вот звукосниматель, иголка здесь на конце. Она с зажимчиком специальным. Иголки у меня есть, но вот этот не рабочий, его никак не включить. Складывается вот таким образом, убирается, звук уходит вот из этого отсека. Там в виде маленько как трубы сделано. Также он складывается как чемодан. Вот так вот. Тут защелка. Защелка. И пошел на танцы. С собой прихватил. Такой портативный плеер раньше был. Пожалуй, все.